Тел, держи, я тут тебе чуть-чуть этого принес. Шкаф вязать. Ярик, слышишь, а чё ты с Таурена расу сменил? Он... Или не было Таурена? Он не был Таурена. То я думаю, чего наоборот. Чего типа, когда есть красивые фики? Не, ну, 2% крита. Да, слышь, 2% крита. Мне лучше, чтобы у меня писька стояла. Понял, понял. Но гоблинши самый топ. Одобряем. Гоблин? Гоблинши самый топ. Да, гоблин. Красавец. Почему? Ух. Да, что, я видел гоблинши? Они такие сексуальные. А, типа, в плане, я думал, в плане пассивки. Ну там тоже пассивка такая у них. Гоблинши пассивки смотрят. Мальчики смотрят на пассивки, мужчины смотрят. Остались только фури на вульпиях. А, можно смон лечь не смыть? Опа. Отряд быстрого реагирования. На пустку? Вот и все. Так, я все же делаю. Еще. Добрый вечер, господа задрот. Я успел, привет. Вот это что, упатики, да? Войты на паладине или на ком? Да. И тебе можно на паладину? А мне осталось, нет. О, добавляйте тяг. Мест нет уже, все, надо было раньше, блядь, парни. Да я только что пришел. Да тяг он надо добавлять, он СПДшников бахнет хотя бы. У нас гнидыч есть. Он же дефт какой-то. Я просто забыл. Так не. Так гнидыч, он же дестрик, он же СПДшников не бафает. Кстати, да. Добавляйте тяг. Да пускай он, я со следующим, когда пойду туда. Слышишь, Влад, там он этот пахнущий дед с нами в рейде. Ты можешь уточнить у него эту информацию. А пахнущий дед тут? Пахнущий дед, ты здесь? Нет его похожего. Нету, нету. Я смотрел по дису, нету ничего похожего. По запаху тоже не нахуй. Ёпту. Гнидыч он может, пишет. Ну, не дайте на всякую игру. Ну, вон, спахните гнидыча на всякую, да. Ну, все. Как Агеру этот на 21.00 и гнидыч на 21.00.
Ярик, ты прям упор. Он заходит, писал. Так а зачем нам еще кого-то кикать? Мы ж... А сейчас появится. Где Скай? Где? Скай, ты тут? Дай тебе баф по рейду сразу. Лёх, у тебя нету фасок? На каких? На силу атаки или на мастерство нету? На поезд. Давай. Сколько тебе? Давайте, играем в звезду. Дать, играем в звезду, играем вот. Сначала в соло таргет. Где? После трешего. А, ладно, давай. Звезда, потом давай. Печенье, играем в соло таргет, потом уже начинаем АОЕшить. Ой, бля. Я в танк бил здесь. Все на мон, это на шкаф сейчас прилетит. Я по шкаф поставил. Печенье сыграйте. Ровненько, гриб, гриб, гриб. Разбежались, разбежались, разбежались. А у нас, ну, у нас похуй, у нас вообще там другого, блядь, половина бьет. Я не знаю, блядь, вы вообще в Дискорде или, блядь, не хотите вы заходить в этот Дискорд? Нахуй он вообще надо, можем ливнуть с Дискорда, блядь. Подходите, там же бьет. Ну, мужики, напрягите. Нихуя себе, Шумский, да ты, короче, как начал базарить с рейдом, красава. Вот это отвечаю, просто красава, да. Да не, блядь, ну просто, ну просишь же, блядь, все ходят уже, хер знает какой раз, просишь, сыграйте сначала в звезду, потом в печенье. Смотришь, блядь, на печенье, у печенья 75%, зато смотришь на соседнего стража, который ни хера не кастует, у него, блядь, уже 40% осталось. Ну если что, ДКшники страхуйте, вы можете гриппом забить. Олежа, Олежа, да, да, да. Я сумонили? Тяка прилетел вообще? Я летаю. Давай, лети. Кому фласку нужна вот? Не-не-не-не, ты где? Лиса, лиса, лиса стоит. Где? Рейд кидай, лиса а. Стоит. Ты забрать? Нет, у меня же за этот забачу. Панама, а, ты... Нет. Панама, ты серьезно не понял, блядь, кто я такой, нахуй? Да он в этом, нет. В этой чат пишет. Панама, в чем статике ты, блядь, был на X1 вместе с Танатосом? Подумай, нахуй. Подумай, нахуй. Хорошенько, блядь. Можете бафнуть, пожалуйста, по ДК. Сейчас. Эй, давай трэш перебьем, потом все набафаем. Ты же баф. Старый белорусский парень, блядь. Скал... Сейчас, Скай танком идет, Скай бафает каски. Ты на войде, ты бафай кулаки, а Тедис пусть бафает кресты, все. А, тяка, СС по Никипоцу, как будешь, сразу же. А у нас нету эрдру или есть эрдру? А, лак, не, по лаку дашь. По лаку дашь этот СС. Чё, на плюс 3 идём? Да. На Панама, ты вдите ещё, блядь. Дима, блядь. Ты а помнишь? Вдите? Ты помнишь такой ник, как Киригая, блядь? Такой ник, как Эгиру? Не, Войда он рэп, я помню. Нахуй ты ему встал. Я там уже ответил, блядь.
Ебать, да иди ты нахуй, блядь. Я его ханта, блядь, вагонил нахуй на X1, блядь, одевал, блядь. Он еще выебывается, говорит, я тебя не помню, нахуй. Ты кто такой? Иди нахуй отсюда, говорит. До свидания, блядь. Ну, реально не запоминающийся ник. Ксюха, ты ли это? Ксюха, еблан, блядь. Да, это, блядь, очень знатный троллер. Да. Главное заранее, кто в портал прыгает, договорить. В портал Эршам заходит Эрду. Чтобы просто не было такого, что в портале хила не будет. Блять, я плотненько, сука. Да есть твой прошарик. Да. Я вообще не страхую. Спасибо. Спасибо. Ну, ответ вспомнил. Что-то вспомнил. Да, блять, я не удивлюсь, нахуй. Да! Тисы, блядь, прикинь, здравствуйте, ёб твою мать, блядь. Да нет, там бы по-другому было. Там было бы, типа, что-то типа, Слав, ну не это, не неси хуйню, блядь. Да. Ты взял нам рыбу, Влад? Ой, Влад, Слава. У меня есть. У меня 10, в банке еще 20. Ну, блядь. Короче, я понял тебя, Панама. Я этот момент запомню, нахуй. В смысле, о чём мне смысл? Шипит он или? Он пердит, да. Шипит. Рыбу поменяете, парни? Рыбу я ставлю кто? Ставь её. Теперь не шипит, наверное, да? Возле звезды рыбу поставил. Шипит рыбу, мама. Кто так, говорил, что короче, у меня с микро беда? Сейчас нормально? Да. Короче, ну, давайте так. Скайрейн, каски, Войд, кулаки, Атедис, кресты, базука, МК на Мегалодона, Мегалодон на Фирадзо, Фирадзо на базуку. Я без этого, я ФБ, а, у меня понял. Нет МК. Ладно, пусть меня меняется что-то тогда, да. Я базука не на Ярика, это. Ярик на базуку. А есть кто на СС на Лака, да, у Скофилда, и Скофилда. Олимп, ты тут? Что есть? На маунта сядь. Да, у меня сейчас сервер выглядит. Давай, заходили. На маунта, вон там, чинитесь, кому надо. О, тут я. Не, ну они-то вдвоем в одной. Да там все продается. Короче. А я без МК играю. Так. Гим на ману и бочка на ману отдается с Тёмой и Ханкулем. Так. Я танчу в звезде. Скай танчит в печенье. Как появится портал, ханты дадут, я дам метку на портал, ханты дадут туда ловушки свои, замедления. Лёха, Ликс, ханты сразу напулите это все в Протеуса. Он же говорил, что он вылетел, перезаходит. Нет. Я-то перезашел, у меня какой-то хуй пишет, задержка 0. Шумский, поставь еще раз этого мамонта. Скофилд, дай мамонта. Вот он есть, он с этой бегает.
перепризови. Мамонте, перепризовите мамонте. Базука там на мамонте или кто? А как связь? А, как связь вопрос? Это, и вы видите его вот сюда, блядь, куда-нибудь. Нихуя починиться не могу. Нет, идите, парни, да, или ближе там, да, выйдите просто из рейда. Попрыгай просто, попробуй, блядь. Или правой кнопкой мышки, там, где у тебя бафы, все там попробуй нажать на маунта, да, слезь. Или попробуй кастовать в босса и слезь. Так и тут? У базуки, если что, простой маунт. А, стой, базука, слезь с маунта, пожалуйста, чтобы его скинуло. Все, Тёма, дай маунт. Так, Алин, нормально? Короче, я в звезде, Скай, ты в печенье, Протеус, ты на подхвате, как выйдет первый весь трэш, отдаете на пол в Протеуса. Я дам метку, типа вот, ромб у вас будет стоять, блядь, под этим, под порталом. Я дам, и все, поехали. Сафирон. Я в ромб прыгаю. Что-что? Где Протеус? Я в ромб прыгаю, лак. Нет. В портал, да, в портал заходит Эрдру и Эршама, и все. Бить все? Можно сразу? Нет, Сапирона не бить. Где Протеус? Протеус, сейчас дам метку на Протеуса. Вот, луна на Протеусе будет висеть. А когда зайдете, да, босса вообще никто не бейте, босса чисто я держу и все. А когда зайдете в портал, первый гимн на ХП, пусть Йоша даст и все, чтобы вы там не поздыхали. Поехали, РЧ, на готовность, поехали. Нихуя, короче, у меня не заходит, блядь. Меняйся, пизду. Пизду эту игру, на. Кого не заходит? У Олимпа, блядь. Олимп. Давайте, пахнущий дед пусть заходит. Давайте, Шка. А, что? Кто держит миников? Протеус. Да. Протеус, я же сказал, весь на пул в Протеуса. Протеус держит миников. Скай стоит на этих. На дракона. Хорошо. Олег, так, а дай, пожалуйста. Может, ты не обновил лаунчер? Обновляйтесь там лаунчерами, давайте, парни. Очень долго, блядь. Скай, ты стоишь в печенье на темных драконах. Я стою на Сапфироне. Протеус стоит на трэше. Все, ханты дадите, блядь, ледяные ловушки просто под портал, да и все. И напулите это все в Протеуса. На Протеусе луна, вон танк у вас там бегает. Где ты их усумонили? Все, все там фласки выпили, блядь, никто не жлобится. Все, поехали, давайте. Не бейте вообще Сапфирона, пусть сюда идет ко мне, перебегайте на другую сторону. Миников тоже не бейте сразу. Да нет, трэш этот можете, блядь, бить сразу же. Так, там проки же сразу слетят. А. Сейчас первая стена через 10 секунд, и после нее сразу тенеброн. Скай, приготовься сразу ближе куда-то к печенью. Стена, я скажу, откуда будет эти стена. Стена пошла справа у нас. Сразу посмотрели, куда вам надо встать. Лови тенеброна и уводи его сразу. Не бейте тенеброна пока, пусть напулят на танка. Все, Геру не даем, Геру даем на третьем драконе. Блядь, 28к дыхания мне дает, ёб твою мать. Стена через 3 секунды, приготовились. Стена пошла справа опять. В расщелинах не стоим, парни. Ханты, дайте ловушки под портал. Я понял. О, блин. Падайте. Не добивайте дракона, просто умрите. Умрите просто. Умрите, у нас полрейда упало, ребят. А как сдохли-то? Дракон повернулся, дыхнул. Сар дыхнул или тенеброн? Нет, тенеброн. Чё с огром?
Меня вообще не пишет, что меня убило. Меня дыхание убило, пишет. Да, просто информация не дошла. Взрыв бездны. Заходите. Ой, блядь. Пара-пара-пам. Ставьте рыбу. Я вроде напулил. Ставьте рыбу. Сейчас поставлю. Включите, пожалуйста, уберите нанесенный урон и включите, пожалуйста, уровень угрозы в своих аккаунтах, в скаде, в омене, пожалуйста, очень сильно вас прошу, и следите за своей угрозой. Цифры вы можете посмотреть в конце боя, это не есть проблемой. Рыба. Раз такая большая проблема... Скай, тут может быть такая же чепуха, как с Гробулсом Накси. Когда далеко находишься от босса, даже от того же миника, он же поворачивается, когда расщелины кидает, он поворачивается в ту сторону и смотрит. Если в этот момент ты далеко стоял, он мог скастовать дыхание в ту же сторону, в которую отдавал ловушку. Давайте, старайся вплотную стоять всегда к нему. Пробую чуть выше стоять, чтобы не в самой лаве. Давайте бафаемся. В прошлый раз со второго трая убили. У нас там только Ликс умер, да и все. Сразу, ребят, как прибывает первый дракон, черный, не бейте его. Пусть его танк уведет и немного, ну, и отдадут весь на пул просто в танк, и все. Все, все готовы, ребят. Давайте, Арче. Поехали. Стена через 4 секунды, приготовьтесь. Пошла стена, слева стена пошла. На пульте на Скайрейна его. Стена через 5 секунд. Из расщелины вышли. Стена слева. А, сейчас прибудет шадрон. Шадрона сразу тоже в Скайрейна напуливайте ханты. Скай, прожмешься. Добивайте пока этого. Прилетел, напуливайте второго дракона. И доигрываем в первого. Портал, парни, трэш. Справа. Трэш залейте сначала. А, Никита, поднимешь Ярика. Трэш залили, играем в босса. А, Лак, подними Трига. Далеко, где он, блядь, лежит? Тихо, стена слева пошла. Все, хорошо, не можешь поднять, окей, пусть пока поваляется. Босса на Скай на пульте, Скай, босса на пульте. Вот Геру. Нет, Геру не надо. Добивайте того черного. В портал зашли, остались только хэпалы. Два хэпала осталось, все остальные в портал. Ёж, сразу дай гимн на хп там. Аккуратно по правой стороне идет сразу этот стенка. Играем, доигрываем в побитого дракона. Аккуратно вышли из черных кругов. На пул там в танка по КД, просто по КД. Стена сейчас, стена пойдет, готовьте. Стена слева пошла. Сразу перебежали, посмотрели, куда кому надо. Дебаф. Зашли. Портал, стоп, ДПС, в портал зашли.
портал зашли, стоп ДПС. Все нормально, немного людей умерло. Зайдите в портал, убейте. А, Лак, выйдешь, поднимешь Цунамуна. КД, я поднял. Понял, хорошо, хорошо. А можно мне похилить? Спасибо. Гим на ХП. Скорфил, дай гим на ХП. Стена справа, аккуратно. Еру давайте, заливайте этого гуся. А, Тёма, Скофилд, тотем... блядь, Канкуль, тотем на ману, гим на ману, Скофилд. Сейчас потом добьете. Скай, если что, заберет с меня, я дам БР в Цунамун, бейте пока. Стена через 2 секунды, приготовились. Стена с левой стороны пошла. А, Никита, если есть Инер, дай вот Эдис и Инер. Стоп ДПС, стоп ДПС, в портал зашли, стоп ДПС, зашли в портал. А, Влад, дай им гимн на ХП. Он умер. Ну я отдавал уже. Все, 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 понял, понял. Все, добили дракона. А, держите меня. Стена слева, аккуратно, стена слева. А, добейте трэш, который бегает вот этот вот, и потом свичнитесь с Альферона уже. Убейте сначала трэш. Так, Лак БР отдавал, Никита отдавал БР. А, сейчас добьете трэш, Скай, поменяемся с тобой, заберешь с Альферона и РС на Цунамон. Ёж, есть гимн на ману, прочитай гимн на ману. Забирай, Скай. Стена слева, аккуратно, стена слева, ребят. Я сейчас дам иннер, сейчас всех ресну. Так, Анксунамун, вставай. От Эдис дал иннер. Анксунамуна на фул сразу. Все, поехали. Все, на пул весь Скорейна отдаем, бьем дракона. А, Протеус, забери на себя трэш, пожалуйста. Ну, спасибо большое. Стена через 2 секунды, приготовились. Стена опять слева идет. Сразу подвинулись кому как надо. Лак, у тебя нету иннера случайно? У него есть иннер. Дай Void Light и это иннер. Я потому что в ДБМ его выключал. А, так, Ёж, есть гимн на ману? Дай гимн на ману, если есть. Стена справа. Да. Все, спасибо. Скай на фул. Стена через 2 секунды, приготовились. Стена пошла слева, сразу поменялись кому как надо. Влад, а нету гимна на ману? Тоже отдавал, 2 минуты когда еще. Понял. Так. Ну я просто видел, что у хивов беда с маной. Угу. Сдавал раньше. Окей. Все, блядь, мне машину покрасили, заебись. That's it. Стена справа, стена справа. Теперь-то ты можешь маленьких мальчиков поехать. Да, теперь, блядь, поеду с маленькими мальчиками кататься. Я, блядь, как депутат. Ты че, это по мне сразу приезжай. Автобус для мороженого тачка? Купил или че? Так, давайте рубим босса, потом будем сладить. 5 секунд до стены, парни. О, это предлагает себе. Так, Никитос, если есть иннер, дай мне, пожалуйста, иннер. Стена. Стена слева, парни. У него еще минута, когда. А, я понял, блядь, надо ДБМ себе включить ту шляпу. Сейчас у меня тогда откатится, я в деда отдам. Там кто самый первый гимн на ману сдавал, у вас откатился, по идее. Тёма, Скофилд, есть гимн на ману? Дай гимн на ману. Ладно, да я сейчас отдам. Стена пошла. Стена слева опять.
сказал, но... А, ну да. А что там по дропу? А, ответственность, все нормально. Добивайте. Так. Да сыграйте в трэш, парни, добейте вот этот трэш, который тут у нас остался. Там яйцо какое-то выпало со мной. Сумку рольте, ребят, на 22 слота, у кого еще нету. Две сумки такие нельзя, только одну можно. Анксуламун сотку. Сейчас, пойди, блядь. Тут подождите. Не вынесен. А, все, уже Анксуламун ушел. Паладин, жрец, чернокнижник. Атедис, Йош. Они же просто паролуют, да? Да. Это 213-е перчатки. Все, никому не надо. Давай Атедису. А за ГП нельзя их забрать? А, капустка что-то выкинула. Я на оффспек. Я на оффспек кинул. А. Если кому-то по мейну надо, отдай по мейну. За ГП их нельзя забрать? Просто... Мне Йошу на основной спек. Ну так и говори. Ну, от Эдису тоже вон на мейн надо, он написал. А, ну все, сейчас пойдем, парни, сейчас пойдем еще в сам, может Сашу-то выбьем. Это единственное перчи. Сейчас, может, в Сашу что-то выбьем, парни, а, не переживайте. Ну, Йошу, давайте. А, разбойник, рыцарь смерти, маг, друид. Ёб твою. На базу! Фирадзе. Дальше. Сумка. Подожди, стой. Даня, ты ж не. Это ж не мейн твой. Я сейчас переведу мейна, магом сделаю, АДК сделаю сегодня на этим. Потому что мне на маге больше нравится теперь играть. Ну, это не отмазка, пацаны, сразу говорю, чтоб никто не это. Чтоб никто не обижался. Так, я 91 выкинул лицом. Ребят, плечи. Алло, я на перчатке выкинул 91. Там ликс. Ликс 91 не кинул. Дайте ликс. Сейчас отдам где-то. Ну, дайте уже ликс. Вот, я прыгаю. Подойди, я в ромбике прыгаю. Вы тоже с ровом, ребят, не тупите. Вам вон кинули шмотку, глянули. Кинул. Вон. Плечи, все, никому не надо. Раз. Все, давайте ликсу, блядь, плечи, потому что сейчас еще 3 года. Кольчуга на Эршаму, кому надо. Если Эршама мне надо, сразу на Элема. Не. Где? Ткань 213. Если никому не надо, я могу себе взять. А, нет, нахуй. Оффспек. Ебать там на этого, на Эрпала башка. Ну это 26-я шмотка. Да. Это по ГП. Да. Кому сосать за эту голову? Я буду сосать. Не. Адрес куда писать, ребят? Красиво. ГЦ. Кап мастерство, чтобы. Место нормально шли. ГЦ, рам, ГЦ. Рольте дракона, парни. Никит под 100. Так, крыса. Да, почему у меня нихуя ничего не упадает? Некий крыс рядом. О, прикол. Там это что? Чё, Слав, мы в склеп или Вока? А чё за яйцо? Пэт. А Пэта подели. Там яйцо Пэта выпало. Да, в третьей пати Никит под. Давай мне, там, я отдам. Я овца лечу. Может, там передадите. Ну, как раз присумоним просто сейчас. Все, блядь. Все, пизда, блядь. Ебать, тупо реально бурлок. Так, оса это на Ола, да? Да. Да. Где именно там вход? Ох, ебать, сейчас бы не знать деса. Ебать, что-то царя.
Ну да, блядь, с мешка 50 ОД всего лишь, найс, блядь. О, ты чё думал? Это ещё нормально. Косарь думал, тебе тут кинуться, блядь. Да лучше, блядь, камни дали, блядь. Камни это заебись. А раз через раз. Там рандом. Протеус на озере ледяных оков. Так. Протеус, давай Вармса пока. Когда летишь, Вармса прыгай. Так, а Тедди с компры бутнет. Ребята, у кого КД, блядь, в принципе, можете не идти. Да и все. Да, у деда КД. Ну, блядь, сегодня типа оно вышло, понял, и все сразу первым делом побежали закрывать ему. Он олимп хочет. Кинь его в четвертую пати, ага, по душе. Да все, я уже все поменял. А что еще? А то меня урезали и от шамы, и от магов. Там, Леха, Т7 падает, ты ПВПшный. Да. Т7 213 в 25-ке падает, в 10-ке падает 200. Нахуя. Поэтому это единственный вариант, тут залутать себе тело 213-го. Я сразу говорю, я иду с роллом на эрдру, мне тут на медведе вообще ничего не надо. Мне надо... Подожди, а счёт-то взял, что там грудак падает? Потому что падает. Лад, я сам охуел, когда сегодня узнал. Ну чё, ебанули совсем, блядь. Падает. Я тебе серьезно. Посмотри. Зайди посмотри, через книжечку вон камня там выбери и нажми. Грудь, ноги, грудь. Да. 213-е. Просто ебанашки, блядь. Вместо того, чтобы, сука, починить, блядь, инсты, которые сейчас есть, они... Вводят новый лут, блядь, на боссах. Долбоёбы, блядь. Давайте, заходите в инст. Цяка, давай, ты уже должен быть в инсте. Релагаюсь. Давайте, пока чистим трэш, идемте, пока почистим трэш, блядь, и там уже засумоним. Цяка, залети, да засумоним всех. Да, окей. Есть тут хоть со мной один хил? Есть. Да, я тут, я с вами. Поехали. Говорю сразу, я ролю себе на AirDru. На медведя мне ничего не надо. Ну, блядь, в AirDru 200-е тело, блядь, и 200-е перчатки надо поменять. Да, там на ШП выпадет, по-моему. Сейчас я тоже релогнусь. Хе. Ёж, а... Подожди, ты какой по левелу-то? Я тебя посмотрю. 208. Да не, наоборот, хорошо дамажит. Ну, учитывая, в принципе, что я за ШП не играл лет 8. Я от него на... Я от него на косарь отстал. Панама, а сколько, блядь, по-твоему? Я чё, по-твоему, на ШП играл на X1 на Сирусе? Нихуя я там не играл. Последний раз я играл на Циркуле. Ебать, это Са, блядь, Гера или шо? Что там похоронило, блядь, пол рейда сзади? Хуйня крутанётся и всё сверху. Ты чё, Панам, не помнишь, какие у меня персы были на X1 на этом, на Сирусе? Ну, у меня был БДК, у меня был Протовар, у меня был Мишка и Протопал. Я только танками играл, братиш, если ты не помнишь. Из-под дождя выходите, парни. Камни из земли. Ага, высыпаются. Земляные камни, блядь. Тяжелое у тебя детство было, Слава.
Что за хуйня, я отхожу от его крутины, мне сука ебашит. Через про... Стой. Они не уходят? Они не уходят? В нормальном же сане. Все, через лево. Давай в нормальном сане должны уходить обратно. Да. Не, ну 6 лямов хп это жирно, конечно. Для моба. Тут 245 шмот падает, чё, блин? Не. Блядь, ну, тут падает. Да. Потом, да, пока 270. Падает 213. Сейчас только один босс, всё. 251, потом тут падает со льда. Точнее, даже нет. 264. Блядь. 6 лямов, блядь, 6 лямов, блядь, алло. Такое чувство, что мы ну барака пришли бить. Я вам отвечаю, те, кто в Долоране там стоят, вы успеете долететь, пока мы, блядь, до босса дойдем. Может мне АОЭшку его бить? А? Олег? Чем бить? АОЕ. Семи. Семи им бить. Одного моба, блядь. Ну да. Бля, ну долго на самом деле, 6 лямов, блядь. Что-то админы переборщили, блядь. Вы еще не видели... Нет, там что-то лям чем-то, камня. А сколько у камня, интересно, в 25-ке? Вот это прикол. 24 ляма. О, блядь. Нормально. Не, слышишь, там хилы прикольнутся, когда начнет камушки разбрасывать. Спасибо за предупреждение. Оно просто шотает. А можно ману восстановить, пивка налить? Отдал. Моб в трэше. Откуда, блядь, он пришел вообще? Забрал. Блядь, второй, парни, на пульте на танков. Мани, пизда. Сейчас попьете. Да. У тебя там маны еще, блядь, можно еще Накс, блядь, 25-й захилить. Ну да. Так. Да, я пью пиво наливаю. Ну ты это, мне тоже налей. Протеус, ты тут? Протеус отлетел, походу. Вставляй бокал. Сейчас я захожу, у меня что-то, блядь, он забагался. Да. Цака, давай шкаф. Давайте, шкаф, сумоним Никипоца, Протеуса, бафаемся и, блядь, погнали. А, ты тут? Ну все, тогда Протеуса надо засумонить. Так, может, тыкнет кто-то? Рыба стоит. А Тедис там, он, парни. Что ты хочешь? Завтра будет десятка Накст. Я просто послезавтра ухожу на работу. А, слышь, Войд, а куда Black Dark делся? Где он? А чё, где, какой маг? А, как и гуру, это этот?
Богдар? Можно понять. Да захилите. Да захилите, блядь. Два хпа, лэршам, блядь. Все. Все готовы, парни? Кулак проду можно. Давайте обновляйте. И какая тактика? А, кулак. Не стоять под дождем. Держите дистанцию 5 метров РДД. It's raining man. Отведи его, может, чуть назад сюда, Скай, чтобы у них было больше места. Похуй, Геру давайте, блядь. Да и давайте заливать его. Что, больно? А, Никита, дай и БР в базуку. Да, если бы у меня комп не подвис, я бы, конечно, вышел. Вышли, конкуль. Попробуй таунтить, когда начинаем пистолет. Базука, вставай! Ой, блядь, я в танка спеки пошел, забыл бормса спекнуть. Все, блядь, если что, напострал. А че мне, блядь, взял? Алло, блядь, отпусти меня, алло. А, Лак, подними мегалодона, пожалуйста. Я базуку поднимал. Твою мать. Ебать, да охуеть. Я блинканулся за 3 километра, а меня все равно дамажит. Бейте, у нас минус 3 ДД. Вот так и у меня то же самое, я умер. Вот, не каждый каст будет минус 1 человек. Даже если дрочить, хуй, блядь, выхилишь. Милики. Да бейте. Так у вас ардру и так есть, ёпта. Влад, приготовься встать. Я ждал. Сейчас я после следующего коста встану. Да, давай. Смотри. Алло, куда он ушел? Я ждал таунт. Его в угол поставили. На кого? Я ожидаю гимн на ману. Аккуратно, милики. Так, там топот будет через 5 секунд сейчас. Меня схватит. Давай, хватай меня, мразь. Кого? А, Войт? Да. Милики. Петя. Там сейчас... Давай, Скай, я заберу, прожмусь, пусть он меня схватит. Сакра готова, Сакра готова. Прочитал, да тут даже не в том дело, я даже не успел тучу прожать, блядь.
Я вообще ничего не успел. Блять, как интерфейс вернуть, блять? А, Ctrl-Alt-Z, Alt-Z. Я сейчас заберу с тебя Sky, как он будет кастовать, я заберу с тебя. Забрал, прожался. Там берса через 20 секунд. Блять, да пробуйте, давайте, успеваем. Давайте, давайте, фулл ДП. Вообще, спокойно. Да 2.5 ляма, я думаю, должны. Да не, по проценту, блять, в секунду надо. Сейчас я папу нужно. Давайте, дамажем. Может, ну, тут, она тут баганая может... и на 10 да, секунд да, да. Задержит. Может, баганая. Сейчас увидим. А тут, блядь, сделали все четко, смотрите. Да, баганая, баганая, баганая играть. Фу, блядь, лох пидор, нет друзей. Все, берса. Ой, ну, давайте, давайте. Паладины баблы прожали. То, что есть. Все паладины. Блядь, ну почему в меня? Заходите на себя. Хорош, хорош. Здравствуйте. Каким хуем я нажал эти три кнопки, блядь? Ой, блядь. Ну, грудак ПВПшный тут падает, ребят. А походу. Что упало там? Разбойник, охотник, жрец, охотник. Понятно, блядь. Разбивник, это я. Да, 213-я. Красиво, красиво. Нет, тут второй танк по-любому нужен. Потому что он, кто первый по агру, он его хватает в руки и идет второго дамажить. Ну, я же специально забирал со Sky, прожимался, забирал. То есть никому не... Это PvP. ПВПшный 213, красиво. Зулдан. Эдзу. Конечно, еще б ты не ролил. Камней куплю, бля, попизже. Так, бегло страту. Единичкой. Нет, единичкой, только комбо-поинт. Ну окей. Единичкой. ДД нажимаете, набираете 3 стака единицей, двойкой разряжаете. Если написано посреди экрана Malygos уставился на вас, смотрите на его кастбар. Когда кастбар доходит до половины, до середины, нажимаете пятерку. Но надо, чтобы тоже были стаки, ну не стаки, а комбо-поинты у вас. По команде все отлетают влево.
Саппорт будет? Ничего там, Олежа, быстрая мышь, реально. Да, блядь, это тебе не на маунта садиться. Тут птицу прыгнул и полетел, блядь. Ты пока штаны свои, блядь, оденешь. Уже все, блядь, обосрался. Да, я обосрал туда 91, блядь, пососал рулом. Ой, блядь, это же я в хиле. Ну ладно. О, похуй, там заря на пункт курит. 213. Пососал я уже мысленно поменял перчатки. Я уже думал в портал прыгать. Я, блядь. 91 кинул, да, ну стоит. ГЦ, думаю. Ну, а у Ликса два ролла, 91-96. Да, да. Портовый. А, похуй. По ГП сейчас заберу себе перчи. Если уберу. Надо кого смон? Че нет? Детяк. Смон, ребят, надо, да? Летит. Капустку сумани, если не впадло. Ну, плюс один нужен. Я тебе выйду. Там всяку надо засумонить, да пусть, блядь, в этот пиздует, в инст. Кликнешь? Давай. О, я поставил. Кого еще? Цаку. Ну что скажу, если падает посох, то он уже мой. А, нажимай. Цаку, сумоньте лока в приоритете, пусть лок заходит в рейд и сумо ставит шкаф, чтобы всех засумонит сразу. А, спасибо, мужик. Давай, Боди, залетай. Полетели все. Засумонили лока. Лох вышел. А тут не падает посох. 25. Падает. А, 25-ка это. Эх. Тыкните на шкаф, парни. А, нет, это ок. Все, поехали, суммоним всех. Парни, дайте плюсы, пожалуйста, в этот. Вы поняли, в рейд. Народ, слышите, а чё, где квест взять, чтобы сердце Малигаса полутать? Драконий погост. То есть, когда ключ с Накса ключ туда заносишь, потом они дают опять же ключ, и просто с этим ключом сюда, да? Нет, не ключ, не те квесты. Ты приходишь сдавать ключ, и там же берешь сразу квест. Зулдан. Да ладно, вам шею поменять все равно с этого, с острова. Плюсы кого надо сумонить, парни, плюсы кого надо сумонить. Уже есть шея. Да я уже плюсовал, никто не сумонит, я уже долетел. Ах, ну с чего сумонить? Он вместо кого будет? Ланда, кранкульник и поц. Кто будет танчить? Пирами? Скай. Протеус, давай в Вармс. Угу. Супер. Так, чё, Скай на танке, я на хиле. По бафам все точно так же, ничего не меняется. Цак СС либо на Шумского, либо на Лака, без разницы. Так. Давайте. Первый гимн на ХП отдаст тогда Влад. Второй отдаст гимн на ХП Игорь. И третий гимн на ХП отдаст Скофилд. Так, на тарелке
Кто? Ансунамун вроде нормально дамажит, да? Я не стрел за дамаджем. Сколько там тарелок? Влад? 3, по-моему, да? Или 4? 4. 4. Ну вот давайте. Данжмастер, Ликс, Динатри, Янг, Сунамун. В принципе, у нас больше никого нет. У нас только Протеус и Гарри Акс, два воина. Угу. Поэтому Данжмастер, Ангсунамун, Ликс, Динатри на тарелке. Роланда. Роланда в раю. Смонили Роланду, да? Сезонный квест возьмет на сердце быстренько. Давай. А, ребята, те, кто будут брать себе квест на сердце, есть такая информация, что если все вместе нажать, то засчитают абсолютно всем. Но если нажмет кто-то один, засчитают только одному. Поэтому вы лучше не лутайте сначала, там будет такое синее сердечко. Вы просто отлетите в сторону, кому надо, и потом по счету просто все тыкните, и все. Потому что сейчас кто-то один сролит и начнется. Мне не дали, мне не взяли. Поэтому подождите сначала, не тыкайте, блядь, вот так вот. А квест шарнуть можно? На что? Ну, вы сейчас говорили. Нет, это... На шею. Если снакс, то у тебя есть ключ. Это если снакс, то у тебя есть ключ. Только в том случае тебе позволяет брать квест. Все, Олимп. Олимп, Олимп, Олимп. Не вижу Олимпа. Ух, нихуя себе там, блядь. Вроде по ХД напуливают на танке, да, между собой, да, можно. Напуливайте на Ская постоянно. Дайте, пожалуйста, в звезду поставьте рыбу куда-то, парни. О, Олимпа, видимо. Давайте деда сюда. В звезде рыба стоит, поешьте все. Динатри, давай рыбу ешь. Угу. Как говорил мой дед, приходя на кладбище, вот все мои бабки тут. Как говорил жесткий мой дед, я твой дед. Так. Я съел деда, кстати. Ну, да. Дед к Стасу Мон не принимает. Можно тактику, плиц. Ешь, дайте шкаф. Смотри, Ердзул, первая фаза, просто все бьют босса. Просто все бьют босса. Вторая фаза, прилетит трэш. Он будет летать таких на инопланетянских тарелках. Мы все играем в этот трэш, только играем не в разных, а играем в одного и то же. И бегаем, и забегаем в розовые купола. Третья фаза, нас скинет отсюда, и мы сядем на драконов. Заполненный инст. И что так, кого-то кто-то остался с нами, кого кикнули? Олимп тут или нет? Третья фаза. Нас скинет на драконов. У тебя ДБМ установлен? Ердзул, который хант. Нету. Это плохо. ДБМ надо, чтобы был обязательно. Я металлом. Короче, установлю. Ты на драконе. Мы летаем все вместе. По команде отлетаем все влево. Вправо никто не отлетает. Просто так тоже, блядь, никто не отлетает. Дайте баф по рейду. Ты летаешь на драконе, нажимаешь там, если ты на роге когда-нибудь играл и на коте, там вот комбо-поинты будут настакиваться. Ты настакиваешь 3 единицы, нажимаешь 2, оно повесит на него дебаф. И вот так вот постоянно нажимаешь. Но если бы у тебя был ДБМ, там типа Малигас уставился на вас, пишется, и там надо прожимать 5. Так как у тебя нету ДБМ, мы надеемся, что в тебя Малигас смотреть не будет. Еще такое, этот, следите за своей энергией. Не сливайте, не разряжайте 3-й. Если Малигас начинает смотреть, лучше подождите, он если на вас посмотрит, вы нажмете 3-й, то у вас энергия не будет на щит. Все? Все готовы, ребят? Давайте. Надеюсь, он на меня не посмотрит. Первый гимн на ХП Влад, потом Йош, 3-й Скофилд. А кто на ХП сидит первый? Что? Кто у нас на эти, на тарелке садится? На тарелке сначала садишься ты, потом садится Ликс, потом садится Ангсунамун и потом садится Динатри. Без разницы, да. Больше никто не садится вообще. Все стоят, блядь, рядом просто и все. Поехали. Скай, лови его.
Все, бьем босса. Кикаем косты, парни. Так, первая искра. Первая искра будет идти из трусов. Ближе к центру все стали. РДД, подойдите ближе к центру. Так его и держи, Скай. Где там, блядь, эта искра? Прохиливаем эту шляпу. На искру дал метку. Сразу в печенье его уводи, Скай, как он упадет. В печенье. С печенья все ушли, в печенье босс уходит. Искра вон летит, я дал метку. Ближе к центру разбиваем искру. Не разбивайте ее там ближе, дайте ей еще ближе подойти к центру. Разбивайте. Давайте Геру. РДД, станьте все в искру и дайте Геру. Геру дайте. Геру нажмите. Вторая искра вылетела. Надо будет тебе его в ром потом переставить. Ребят, вам искру надо стараться развивать как можно ближе к центру. Вот в этом квадрате, который квадрат у вас есть, теоретически в центре, вот в нем примерно надо разбивать. Искру к центру подводите. Вон, смотрите, вам ДК искру ведет. Ребят, ближе к центру. РДД искру разбили, встали в искру. РДД искру разбили, встали в искру. В искру встали. А, я понял, искра пропала. Ладно, все, забегите обратно. Ой, классный, классный сервер Сирус. Так, выводи его в печенье сейчас просто. Просто в печенье. Вот, с печенья все ушли, в печенье его выведи. С печенья все ушли. Бах, блин. Падайте, падайте, у нас не хватит уже БР. Падайте. Под морду все встаньте, парни. Под морду танку все встаньте. Да не было вроде искры. Или висел на нем баф? Не было. Не было бафа. Не было бафа. Он просто шот. Был. Был баф на нем. Окей, было. Окей. Он бы не шотнул без бафа. Он бы без бафа не шотнул, парни. Он просто, я же говорю... Ребят, когда вот после вот этой взлетки мы приземляемся, я говорю, допустим, в печенье поведет сразу танк босса. То есть с печенья убегайте, разбегайте звезду, либо в ром. Шотнуть он может только либо дыханием, либо под искрой. Можно минуту в туалет? Давай, иди, иди, иди. Рыбу ставить? Да, конечно. Не, перед это уже. Давайте баф по рейду. Фласки все выпейте обязательно, парни. Кушайте рыбу. Так, я на искрах. Так ты говоришь, отойти от печенья, а Скай вел звезду. Да, я увидел, я увидел. Да-да-да, Анксунамун, да-да-да, окей-окей. Ты подводишь. То есть, вот, грубо говоря, смотрите, вот теоретически, вот у вас есть вот квадрат, вот в центре, и вот как можно ближе к нему надо положить, к этому квадрату. Потому что если танк будет на краю, то РДД не будут доставать. Анксунамун вон вам будет грипать сюда звезду и просто сразу. Просто видите, как он грипнул, мы ее разбили, она пропала.